Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Black Mesa Source. Мы находимся на пороге, собственно, полного кобздеца. Потому что за дверями у нас ходит вот такое страшное не пойми что. Ты что там делаешь? Нам нужно, насколько я помню, включить электричество. Вон, видите, выключено электричество. Как нам это сделать, я пока не совсем понимаю. Сейчас будем разбираться, что да как делать, куда пойти. Микросхемы какие-то, раздолбанный системник. Парень все еще живой, да? Это хорошо. Я, говорит, не хочу ничего сказать, но, говорит, ты лучше сам справишься с этим. Так, ну что, давайте, я думаю, выдвигаться обратно и где-то там искать спуск к генератору. Отсюда пришел, насколько я помню, я не знаю, несколько дней не играл, но, по-моему, мне сейчас нужно вниз спускаться. А он сказал, что отсидится. Хорошо. Так, может, в этих ящиках что есть? Сомневаюсь, конечно. Так, ты... я застрял в ней. Обалдеть. Хорошо. Ну, что за бардак вообще? Не прислоняться. Да ладно. Компашки. Подожди. Так, хорошо. Главное, спокойно. Я, конечно, слышу, что он тут прям топчется у меня. Тут что? Хорошая нычка, если что. Спокойно. От крабов-то не так уж особо стоит бояться. Главная наша проблема сейчас — это ворты. Я уж не говорю про это здоровье. Ой, ёлки-палки. Кого-то кто-то нет. Хорошо. Эта пара, я так понимаю, может нас и ошпарить. Поэтому постараемся не лезть с него. Там еще ползает одна. Станция скорой. Но в целом все нормально пока. Кстати, смешные люди в комментариях пишут, что... А чего ты, мол, эту игру оцениваешь как полноценную? Это же, по сути, говорит, то же самое, что первый Half-Life. Тут не просто то же самое, что первый Half-Life. Игру полностью переделали. То есть не поставили ее на новые технологии, ее воссоздали полностью. Твои перерисовали модели, переделали большую часть звуков, озвучку вообще по новой записали, большую часть текстур, геометрию уровня. Это полностью полноценный самостоятельный проект по мотивам, скорее чем блин, ёлки. Ой, это что это такое происходит? Короче говоря, глупо называть это не самостоятельным проектом. Это полноценная работа. Причем по высшему разряду. Такое отнюдь не стыдно продавать за деньги. О, жареное мясо. Уф, так. Что-то я отвык от нее. Обалдеть. О, тут у нас зашкаливает помаленьку. Да не помаленьку. Надо уходить нафиг. А то мы сейчас точно светиться начнем. Да, блин. С одной стороны, удобно. Ладно. Военного харчил. Кстати говоря, прикольная деталь. Мне ее прислали в личку по именно по вот этим тварям. Из оригинальной игры в Black Mesa, к сожалению, этого нет. Но в Мясницкий, помните, отдел был, холодильник? Если там она на нас нападает, когда запереться от нее, разделать тушки выстрелами, чтобы они развалились на куски мяса, потом запустить, она перестает обращать на вас внимание, она видит это мясо и атакует. Именно мясо жрет, короче говоря.
очень любопытно сделано. Куча деталей, которые по большей части даже не замечаешь. Они, тем не менее, есть. Так, ну и хорошо, куда-то мы падаем. Что-то мне не нравится то, что кругом это радиация. Или это топливо токсичное такое, я не знаю, что это такое. Ну, как бы там ни было, находиться тут не очень-то хорошо. Кстати говоря, вот эта вот вся флора и фауна, которая проникла к нам из измерения Зена, она, как интересно... Слышишь, солдат? Она реагирует на радиацию, нет? Тихо. Ненавижу. Ну и кто там говорил, что с одного выстрела выносит? Я что-то не заметил. Так, хорошо. Фу! Что-то полегче жить стало. То ли я привык, то ли что. Но поначалу эти солдаты вообще доставляли проблемы, конечно. У них, как сказали, что в оригинальной игре, ой, или спаки, что в оригинальной игре, что здесь, то есть они, как видят, в ту же долю секунды начинают стрелять по тебе. Слегка читерско с их стороны, но, в принципе, пойдет, ладно. Так, сюда ли мне идти, или мне нужно вон туда вниз спуститься? Здесь, похоже, ничего нет. Просто проверим. Перед тем, как уходить. Короче говоря, с солдатами не задача. Я думал, конечно, у нас с ними все получше будет. Но эти гады просто зачищают территорию. Ой, не нравится мне это место. Так. И вот так. Сохранимся. Перекличка у них. Ладно. Какой-то ачивмент получил. Ай, блин. Хорошо, вроде тихо. Я слышу, это крабов поблизости. Или мне кажется. Чё, говоришь, зачищен сектор? Отнюдь. Я бы так не сказал. Так, отлично. Не, ну по сути с ними можно воевать, особенно когда есть револьвер. И револьвер здесь вообще просто как... какая-то страшная пушка. О, офигеть. Туда я пока не хочу. Солдатики, мать вашу за ногу. Я слышу внизу хаундаев, то есть этих собачек. Кстати говоря, тоже интересная деталь, это то, что если он один, он наносит одно количество урона, если вдвоем уже совершенно другое количество урона, они уже аккумулируют как-то свои звуковые удары. Втроем так уже... А! Вашу мать. Ну да, вылазь. Да. Тихо-тихо-тихо. Ох, хорошо полетели. Наверное, к дождю. Так, ладно, нормально. Но все равно разбирает, разбирает. Надо, блин, поосторожнее быть. 4 патрона осталось. Надо это экономить, начинать уже. Ну хорошо полетели, да? Блин, мне не особо нравится местный пистолет-пулемет. Автоматик. Поэтому я лучше с дробовиком. Он тут просто зверский. Откуда вы взялись-то вообще? А, вон.
Вообще мне, похоже, вот сюда нужно идти. Какая рация большая. На длинные волны, что ли? Блин, да слышу я вас, где вы? Так, понятно, я, в общем, сориентировался примерно, где она все. Хорошо. Кстати, вот эти вот тараканчики, которые по полу бегают, они тоже в оригинальной халфе, оказывается, были. Там вообще достаточно много было роликов, именно объясняющих, что да как. В первой халфе детали, которые не очевидны. Тараканы вообще там, они, конечно, мало полигональные, но при этом очень реалистично себя вели, то есть шарахались от света, разбегались от людей по углам. Достаточно круто это все сделано. Понимаешь. Спрятался. За углом, я думаю, что такое торчит. Понятно. Парень просто хотел, чтобы его любили, похоже. Так, ну и чё, к балкончику вышел. Это все, чего я добился такими действиями. Ну, горы, горы трупов просто. Даже удивительно, как один физик-теоретик выносит просто толпами войска спецназа. Но таковы законы жанра. Тем более, это Гордон Фриман все-таки. Как-никак. Вообще существует множество версий по поводу того, кем он является. То есть, был ли он на самом деле ученым на момент инцидента? Или он был каким-то засланным казачком, спецагентом? Потому что, посмотрите, ну какие скиллы у него, это же просто... Что-то с чем-то. Так, ребятки. Хорошо, здесь спокойно. Все, давайте теперь потихоньку осмотримся и пойдем вниз, похоже, уже. Или на лифте поедем. Не курить. Да. Это все-таки топливо, похоже, было. Ракетное. Ракетное топливо, это, конечно, вообще капец. На основе фенола, по-моему, оно, нет? Печально. Ну, там, в принципе, ничего нет. Мне, кстати, неоднократно уже написали, что вот эти вот баночки с газировкой можно пить, и они по одному прибавляют. Ну, сейчас смысла в этом я не вижу. Но будем знать. Так, мы так никуда не поедем, похоже. Пешком придется спускаться. Ладно. В целом все хорошо. Особого сопротивления не встречаем. Ну, то есть разбирают, но не так, чтобы прям... Кого-то я слышу там. Офигеть, куда это я поп... Ой-ой-ой, хандай. Хорошо полетел. Да подожди. Ладно, нормально. Смотри, какая подвижная. Блин, ненавижу этих тварей. Они одновременно какие-то и миленькие такие, и при этом очень-очень пакостные. Вы посмотрите просто на это. Даже не знаю. Противоречиво, короче, как-то с ними все. Просто представьте, какие они слизистые еще. Так, давайте посмотрим, что на этом этаже. Тут у нас, похоже, ничего особо. Это тоже пусковая шахта, что ли? Или нет? Блин, куда я попал вообще? Ну, тут у нас лифт, похоже. Ага. Ну-ка, приедет.
Лифт вообще не работает. Он, похоже, заработает, когда мы генератор пустим. Так, хорошо. Но это тоже от генератора, похоже, зависит, да? Короче говоря, электричества нет. Ладно, пойдем еще ниже. Я думаю, сейчас мы уже опустимся на... Или нет, еще ниже есть, обалдеть. Так, потихоньку. Что-то не могу сказать, что мне все это нравится. Что за вспышки? Ладно. Так, вот она, генераторная. С огромной-огромной шкалой. Так, двигатель один. Маховик не работает. Двигатель 2 тоже. А почему? Что я делаю не так? Фу, так, давайте еще попробуем. Ну нет, ноль эмоций, фунт презрения. Давайте еще ниже опустимся. Там у нас... Или к ним выйти. Не входить, когда запущено. Да вроде нормально все, да? У меня ощущение, что вот тут вот что-то нужно... Возможно, вот за этой дверью даже. Ну, короче говоря, пойдем. Тихо, что там было? Что-то там заело. Пойдемте разбираться. Блин, офигенно, очень атмосферное место. Тут, я думаю, нам от этого будет достаточно. Потому что особо никого не видать. Твою мать. Живой, что ли? Или вода как-то гасит удар? Или что? Не, ну он погиб. Но бочки не взорвались. Хорошо. Что у нас здесь вообще? Ох, что-то мне это затишье не нравится. Ротор заело, да? Все, пошло, поехало. Так, ну сюда я не зайду. Мне нужно теперь наверху, я думаю, запустить. И можно будет возвращаться. Если я все правильно понял, конечно. А я правильно понял, нет? Ну да, скорее всего. Офигеть. В такие моменты ощущаешь себя прям Айзеком Кларком. Пойди туда, почини то. Пойди сюда, почини это. Так, ну что, сохранимся, да попробуем. Супер. На полную мощность вышел. Только как мне теперь выбраться-то отсюда?
Так, сядем поудобнее, приготовимся умирать, похоже. Пошли. Хорошо. Так, теперь можно возвращаться, я так понимаю, обратно. В самое-самое начало этой серии. Там, где у нас ходит здоровенная хрень. Теперь у нас там появилось питание, собственно, электричество. И мы сможем куда-то уехать. Но я не знаю, как нам мимо нее проходить. Так, подожди. А как мы попадаем обратно? А мы не попадаем обратно, да? Ладно. Будем думать тогда. Почешем репу. А может мне... А, тут же лифт есть. Твою мать. Вот так встреча, да? Ребятки. Ты где там? Идиота кусок. Блин. Ну, по-моему, я убил его, нет? Нет. Я все не привыкну, как тут гранаты летают. Совершенно по-другому. Отвык я от такой физики. Со всякими батлфилдами. Рикошет и тому подобное. Так, сейчас нужно... Офигеть. Фу, так, хорошо. В принципе, все решаемо, только нам нужно вот тебя. Погнали. Так, сохранились. Где-то там сволочь. Я, похоже, пока с теми не начну воевать, и этот не придет, да? Не уверен, что зацепило его. Может, он тут вообще? Неплохо так меня порвали. И сейчас еще чувствуется, подмох придет. Так, хорошо. Блин, эти солдаты, конечно, дают стране угля. Где-то там сволочь. Нравится? Подствольник. Хорошо. Так, надо валить отсюда. Она точно не работает? А, ну все, она закрыта. Так, ладно. С того крыла я не думаю, что кто-то будет. Ну, давайте попробуем. И сейчас отсюда и спрыгнем. Здесь у нас был товарищ. Вон. Мозги на стене только остались. Так, все, ладно, уходим отсюда. Там внизу был аппарат. Верповочно тоже закрыт уже. Все, давайте аккуратно пробиваться. Что, подмога не пришла, ребятушки? Ой, ненавижу это место.
Надо быстро уходить. Интересно, из чего эти двери, что они сдерживают выход радиации наружу? Блин, да чего? Офигительная игра все-таки. Сколько лет прошло? 13 лет, она ни капли не устарела. Вот только графику обновили, а геймплей тут практически идентичный тому, что был. И надо сказать, это совершенно не расстраивает. Наоборот, дико доставляет. Да ё-моё. Плохо. Что это было вообще? Кишки вылетели из угла. Ну ладно. Мне, конечно, что-то сильно поплохело, но... Может, он отступил? Да нет. Ой, нафиг, надо уходить отсюда. Меня порвут сейчас к чертовой матери. Лечилка — это хорошо. Из угла никто не выйдет. Она еще полная, к тому же. Шо? Так, а там что? Ничего. Это вы отсюда набежали, что ли, ребятушки? Ладно, нашим легче. Как там солдатик-то наш живой? Охранник. Переполз. Да справишься ты, не ври. Пойдем вместе. Не списывайся, существо. Он говорит, что просто приляжет здесь. Так, что это нам дало? Мы какую-то дверь открыли, что ли? Так, все хорошо. Больше мне тут ничего нажать не надо. Я запустил поезд. Проверьте питание. Проверьте полосу. Так, а что же мне делать? Сейчас пробежка, что ли, туда будет дикая, адреналиновая. Ну, оттуда я пришел, да? Неохота. Давай, 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 давай. Какого хрена, где я оказался вообще? Они сейчас волосы дыбом станут от этого статика. Разрядники? Офигеть. А что не работает? Блин, мне что-то еще похоже нужно сделать. Дружок. Ему бесполезно что-то объяснять. Так, кнопка не работает, подумал Штирлиц. Ладно, сохранились, а давайте выяснять тогда потихоньку, что же нам делать. А, вон, блин. И как же мне это... Жаться, жаться! Блин, выпрыгивай давай, ну! Да твою мать, я не могу, ничего. Что-то как-то лестница эта ненужного размера, поэтому не могу я с нее спрыгнуть нормально. Что же нам с тобой делать-то, а?
Ой-ой-ой. Ну давайте, чё уж. Офигенно. С дюжу нет. Так, вот сейчас у нас что-то получится, возможно. Добрый день! О, прячемся. Офигеть. Опасно. Так, больше меня не закоротит. Понял, дружок. Еще движки. Да обалдеть, что тут только нет. Да, здоровенная такая. Я его просто на куски порвало. Блин, я пролезть не могу. Фу, было опасно. Но в целом справились. Блин, знаете, я вот эти вот места, я про них помню, в принципе, что-то так смутно, но вспоминаю уже, когда, собственно, прошел. Мне бы не помешало, я думаю, какая-нибудь подсказка в самом начале, что не просто нужно наверх подниматься, а еще и воткнуть рычаги, потому что для меня это было сюрпризом. Так, ну и что, в целом нормально все? Дружбан-то наш не поедет с нами, точно? Пойдемте к нему поднимемся, потому что, в принципе, нам тут осталось только выдвигаться вперед, он туда похоже. Ну-ка. Так, какой из этих нужен мне? А, вон указатель, да? Указывает скорость. Так, хорошо. Это он сделал. Давайте его попробуем забрать с собой. Это что-то он единственный нормальный мужик за последние серии 3, наверное. Который нам помогал и при этом... Которого реально жалко. Go on and get the train started up. I'll spin the turnstile for you from up here. А, ты для меня все сделаешь? Это самое меньшее, что ты можешь. Так, ну ладно. Короче говоря, давайте прекратим на этом эту серию. В следующую уже поедем по этим путям. Эти пути я, по-моему, помню из оригинальной игры. Насколько я помню, это была серьезная головомойка, потому что там очень много солдат. Но в целом, я думаю, эта поездка будет интересной. Как, в принципе, и все в этой игре. Ну, вот просто офигеть, да? С этим здоровенным монстром в догонялке играть. Да ладно, сейчас пойду. Короче говоря, просто восхитительная, по-моему, игра в каждом своем моменте. По крайней мере, пока. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.